Страны Центральной Азии готовы перенять опыт Южной Кореи в области технической стандартизации и эффективного управления водными ресурсами. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды на 12-м форуме сотрудничества «Центральная Азия, Республика Корея» в Нур-Султане. Мероприятие собрало представителей внешнеполитических ведомств 5 стран региона и южнокорейского МИДа. В целом участники встречи обсудили основные направления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, минеральные ресурсы, строительство, транспорт и информационно-коммуникационные технологии, культура и образование. Внешняя политика Казахстана направлена на продвижение равноправного и доверительного диалога, а также на объединение усилий наших стран для укрепления торгово-экономических связей в Центральной Азии. Центральная Азия сегодня один из динамично развивающихся регионов мира, который занимает важное стратегическое положение, имеет высокий человеческий и экономический потенциал, природные и промышленные ресурсы.